считаю, что все равно, с какой стороны мужчина. Самое главное, что может быть, это любовь. И если же есть любовь, и этот иностранный мужчина увидит девушку, украинку, всем известно, что самые красивые девушки у нас на Украине. Эта тема очень актуальна сейчас, особенно в рамках мероприятия, которое было в нашей стране, Евровидение. Я уверена, сейчас будет огромнейший поток свадеб, почему? Потому что многие иностранцы приезжают в Украину. Они видят наших женщин, и они просто в восторге, потому что, как говорят, лучше жены, чем украинка, вам не найти. Умная, красивая, хорошо готовит, потрясающие женщины. И в рамках этого, да, как бы, если на женщин есть спрос, то действительно, да, как бы мужчины хотят увидеть, да, красивую, умную девушку, и, скажем, Украина это может предложить. Я считаю, любви нет как ни возраста, как ни национальности. Вот, поэтому, собственно, я положительно отношусь к этому явлению, как брак с иностранцем или знакомство, или общение. Даже наоборот, это плюс, потому что это общение, это развитие. И если, например, девушка или парень, ну, как там сложится, не знает языка, языковый барьер, это все возможно, решаемо, когда ты просто общаешься, живое общение. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к построению отношений с иностранными мужчинами, с иностранцами? Вы знаете, на самом деле я отношусь положительно. У меня есть некий опыт. Мой молодой человек, он из Израиля, он израильтянин, хотя он родился в Украине. Вот. И хочу сказать, что это очень хороший мужчина. Мой молодой человек мне очень нравится. Он очень воспитан, он очень галантный, умный, сдержанный. Он умеет делать женщину счастливой.